Левченков снова на подборе. Вот подборы как раз-таки все за Левченков. Не знаю, сколько он уже. Мне кажется, больше десятка их сделал на чужой половине. Сейчас Спартак хорошо. В одно касание Рабаданов. Пробит удар. Гол! Гол забивает Рабаданов. Отличный, красивый гол под занавес первого тайма. Рабаданов открывает этот счет. Вратарь стоял. Подача идет высокая в штрафную, на дальнюю. Ну-ка. Закиров пробил. Рикошет, удар, гол забивает Спартак 2-0. В добавленное время.